Вы все помните, что в нашем эфире была водолазка «Карамель», но эта водолазка, кстати, «Скарлетт», она отличается, у нас появились новые цвета. И да, цветов целых 14. Вспомните, вы приходите в магазин, что вы там видите? Черный, белый, коричневый цвет. И все, на этом все заканчивается. Но мы вам даем вариативность, мы даем вам расцветки. Итак, цена 1290 рублей. Внимание, 400 рублей экономии и цвета. Классический черный. Именно с этого цвета мы начали, потому что это самый любимый вами цвет. Итак, черный цвет. Далее, светло-коралловый цвет, такой привлекательный для молодых девушек и девушек, кому чуть-чуть слегка за 30. А еще этот цвет оживит цвет вашего лица. Обратите внимание на яркую сливу, посмотрите. Вот я хочу привлечь ваше внимание именно к этому цвету, он редкий. Он редкий, но меткий. Далее, внимание, встречайте, светло-коричневый. Нам надоели темные коричневые, мы хотим добавить немножечко молока. И получается вот такой красивый цвет. Смотрим дальше, цвет хаки. Это, безусловно, лидер. Вот этот цвет подойдет для тех, у кого именно зеленоватый оттенок глаз. Именно этот цвет подчеркнет ваши зеленые глаза. Ну, а фиолетовый сделает вас яркой и заметной этой осенью. Фиолетовый цвет нашей водолазки, нашей блузы с высоким воротом Скарлетт. Мой любимый цвет. Лазурь. Это, конечно же, лазурный. Обратите внимание, как он подходит к Надину комплекту ювелирной красоты. Кстати, мои дорогие, посмотрите, как этот браслет сочетается с нашей с нашим лазурным цветом. Я думаю, что этот браслет, который будет позже в рубрике украшения, сочетается и со следующим цветом василек. Вот он, это синий, красивый, нежный цвет. Смотрим дальше, у нас темно-синий цвет. Вот он на ваших экранах с джинсами. Отлично будет смотреться. И прекрасная альтернатива темным цветам. Далее смотрим еще один цвет. У нас 14 цветов терракот. Очень популярный именно осенний цвет. И еще одно предложение. Изумруд. Ты только посмотри, мне напоминает сказку «Малахитовая шкатулка». Ну и, конечно же, дорогие мои, у нас есть еще... Есть повседневный цвет, серый меланж. Да, действительно, вот здесь можно подобрать абсолютно любой верх, абсолютно любой низ. И еще раз, 14 цветов. У нас осталось еще 2 цвета на моделях. Итак, наша Лали выбирает сегодня оттенок бордовый. Посмотрите, как он идеально сочетается. Кстати, наш следующий лук – это стильное пончо. Дождитесь презентации нашей осенней коллекции. Итак, оттенок бордо. Посмотрите, он подходит, кстати, не только блондинкам. Он подходит любому цветотипу. Я вам скажу больше, что любой комплект, который вы сейчас видите на экранах, вы можете сегодня приобрести. Итак, на Лали блуза с высоким воротом Скарлетт. Лали выбирает наш кардиган Велма. О нем мы еще поговорим чуть позже, и элегантные брюки. Оставайтесь с нами. Есть еще один цвет водолазки. Это молочный базовый цвет. Ты знаешь, Надя, вот я эту блузу ношу всегда. Я готова в ней даже спать, потому что настолько она удобна. Обратите внимание, что длина этой блузы позволяет ее носить на выпуск, как делают девочки, и заправлять внутрь. 59 сантиметров длина изделия. То, что говорится о ткани. Моя любимая ткань. Это трикотажно-вискозное полотно. Скажу больше, мой любимый цвет и мой любимый размер. У нас размеры есть до 60-го. Вот почему вам нужно сейчас же снять трубку и позвонить. Потому что, отправляясь в магазин, наверняка там размеры есть только до 52-го. У нас есть размеры, пока еще. И у нас есть 14 цветов. Нигде больше вы не найдете цвета, кроме базовых, серый, черный и коричневый. У нас, посмотрите, какая роскошь. Коралловый, слива, коричневый, хаки, фиолетовый, лазурь, василек, темно-синий, терракот, изумруд и серый меланж. Все это доступно для вас прямо сейчас, сию секунду. Я как стилист рекомендую вам сразу взять несколько цветов. Например, так, базовый, черный и яркий коралловый. Черный носите каждый день, коралловый даже на праздники. Отлично, на праздники я соглашусь, а я бы выбрала изумрудный цвет в сочетании с украшениями из рубрики «Украшения». И еще раз посмотрите, у нас очень привлекательная цена, а это значит, что мы можем с вами что? Правильно, смело делать заказ, даже если вы еще никогда ничего не покупали на нашем телеканале.